Завершився поєдинок 12-го туру Чемпіонату України з футболу між командами «Динамо Київ» та «Карпати-Львів». Нічия 1-1. Вдруге поспіль «Динамо» грає на своєму полі в нічию саме з таким рахунком. В чому ви бачите принципові відмінності матчу між «Карпатами» та матчу проти Копенгагену? Ну, вони по содержанню були зовсім різні ігри. І здесь их даже сравнить нельзя и по уровню соперника, и по самой манере игры. Поэтому здесь, конечно же, сегодняшняя игра, она, ну, ее трудно сейчас оценить и давать какие-то оценки, потому что сыграть ничью, а можно было даже еще и проиграть такую игру, это, ну, к сожалению, наверное, в футболе такое случается. И имея полное преимущество, и создал огромное количество моментов, и нужно выигрывать такие игры. Конечно же, нужно выигрывать. Наприкінці поєдинку у команди було декілька моментів для взяття воріт, в тому числі момент вже на останніх секундах, коли не було призначено пенальті, всі повтори показують, що було зіграно в штрафному майданчику. От чого бракує «Динамо» саме в таких епізодах, щоб їх перетворювати в забиті м'ячі? Нужно забивать, если создаются моменты, надо их использовать. Конечно же, трудно говорить, что нужно использовать все моменты, но если их достаточно, нужно, конечно же, такую игру доводить, проводить более-менее спокойно, имея преимущество в несколько мячей. Но, к сожалению, наверное, может быть где-то везение, где-то мастерства в каких-то моментах не хватило. Может быть, где-то удача была на стороне и хорошая игра в обороне в тех моментах, которые мы не смогли использовать. Сьогодні ви не мали можливості розраховувати на декількох футболістів, які в попередніх матчах завжди виходили в основному складі. Чи могло це бути першою причиною того, що команда не змогла сьогодні здобути перемогу? Ні, не потрібно шукати причини в цьому, тому що, ще раз кажу, що у нас, если так можно говорить, основной состав довольно-таки расширенный, потому что уже, наверное, второй такой отрезок, когда мы за 3 недели должны провести 7 игр, и играть одним составом практически невозможно. Поэтому мы стараемся варьировать состав, и чтобы держать всех в каком бы игровом тонусе и находить на какие-то, может быть, оптимальные сочетания. Вот и все. Наступний поєдинок для вашої команди дуже важливим. Принципове протистояння в розіграші Кубка України із Донецьким Шахтарем. Чи ви вже десь прораховували варіанти, як будете проводити матч проти гірників? Чи все ж таки концентрувалися на матчі проти львівських Карпат? Ну, безусловно, я, конечно, же думали прежде всего о львовских Карпатах, но сначала надо было сыграть эту игру, а после этого мы начнем подготовку к игре с Шахтером. И здесь она принципиальная не только потому, что это игра Шахтера, это кубок. А кубок играется с одной игрой. И это очень важно. Що ж, друзі, таким був коментар Олексія Михайличенка після матчу між київським «Динамо» та львівськими «Карпатами». Нагадаю, поєдинок завершився у нічию 1-1.